Видео создано при поддержке компании РЖД Тур. Привет, вы на канале Супер Лев. Сегодня мы смотрим поезда. Да, привет, Лев. Эй, мальчик, привет. Хрюкает. Поезда смотреть пришли, хрюкалка. Ну что, начнем? Давайте, пойдем. Мы сегодня смотрим поезда и талончики. Где наши билетики? Проходите. Вот, проходите. Здесь настоящие поезда. Вот это да, ребята. Эй, Глеб, привет. О, Хрюшка пришла. Строение началось в 19 веке. Но паровозов 19 века здесь нет. Их не удалось найти и представить в музей, когда начали этот музей. Собирать коллекцию музеев в 2004 году, то уже старых паровозов не смогли найти, они уже были все утрачены к этому времени. Вот поэтому коллекция открывается этим паровозом, строившимся в конце 19 века, в начале 20-го, 1903 год, видите, на нем, и строился на всех паровозостроительных заводах. Вот это самый старый поезд. Можно убедиться, глядя на его лампы. Посмотрите, какие лампы. Какие лампы, смотрите, это старинные лампы у него. Во, какой поезд вообще. Самый старый поезд. Смотрите, какие у него колеса были. Древний-древний. А вот сцепки. Вот такие раньше были сцепки. Один раз сцепился и все. Он сейчас не едет. Не едет он, потому что он очень старый, да? Старый поезд. Очень старый поезд. В этом поезде вот такой старинный котел, который закипает, в котором вода, и с помощью нее он едет. Смотри, это огромная цистерна для перевозки бензина. 1935 год. Она, кстати, сделана в Германии. Вот так вот. Пойдем дальше смотреть. А это огромный паровоз. Класс, смотри, паровоз. Последняя модификация грузовых паровозов серии Э. Строилась с 1946 по 1957 год на заводах Польши. Вот так вот. Лев, можешь встать вот сюда? Не бойся, давай, вставай. Вставай, вставай, да, можно. Вот так вот сделай руки. А, какой классный вообще паровозище, да? Ты какой маленький, какой он огромный просто. Просто супер поезд, паровоз. Прыжок. Молодец. Я хочу подняться. Ну ты что, там могут только специализированные сотрудники подниматься. Какой он гигантский. Просто гигантский. Так, а что это за паровоз? Сейчас я тебе прочитаю. Это первый экземпляр, завершающий наиболее совершенной серии отечественных пассажирских поездов. А, поездов-паровозов, построенных на Коломенском паровозостроительном заводе. Что здесь? Рельсы есть. И смотри, какие гигантские паровозы, да? Что они здесь стоят? Чтобы ты увидел, какие паровозы были раньше. Видишь, это музей такой. А вон мальчик поднимается на цистерну. Ты что, хочешь залезть на этот вагон? Давай попробуем. Лёв, как там? Эй, Алёша, как? Давай, давай, крути. Это стоп-кран, наверное, да? Все, закрутил? Так, старинный поезд. Поезд-паровоз. Серго Орджоникидзе. Папа, это бронепаровоз? Не знаю, кстати, надо узнать. А там есть, там можно в вагон старинный забраться. Побежали? Давай, скорее. Забираемся наверх. Ох, какие проходы. Поднимаемся наверх. О, тут даже комфорка есть. Ничего себе. Мойка. А это купе место для пассажира. Все старое такое. О, кто-то тут выпивал одеколон тройной. Здесь тоже мойка, туалет, ванна даже есть. Представляете, ванна в поезде, ванна была. Вот она.
Ванну в поезде видел хоть раз, Лев? Лев, это мир поездов, да? Бегунки для чего нужны? Для большей скорости вхождения в кривые и на стрелки. И паровоз с пятью идущими осями возьмет такой же состав с бегунками, как и два паровоза. Один с бегунками, другой без. Они возьмут одинаковый состав, но средняя скорость у того, у которого есть бегунки, будет выше. Это вагоны старинные, а это старинный паровоз. Столько паровозов мы никогда не видели. Причем полная история паровозов и поездов. Вагон деревянный, представляете, это деревянный вагон, четырехосный. Раньше вот на таких вагонах перевозили пассажиров. А это что такое? Снегоочистительный какой-то, да? Ну-ка посмотрим. Деревянная будка на колесах. Снегоочиститель, правильно, снегоочиститель луговой. П-001, видимо, у него первый номер, победа. Наверное, когда победили наши, вот этот паровоз, произведенный на Коломенском заводе, был первым. Класс. Это история. Глебыч! Глеб! Какой большой паровоз! Поезд едет! Ту-ту! Да? О, можно подняться прямо внутрь паровоза. Так, а здесь что такое? А здесь настоящий котел, да? Нам разрешают сюда попасть. Вот. Закрывается? Да. Ну-ка, давайте попробуем, как он тут закрывается. Сейчас посмотрим. Да, тяжело. Вот такой котел раньше использовали, да? А сейчас все на электричестве. Вы хоть раз видели поезд Шкода? Это он. Смотрите какой. Шкода. А сейчас есть машины Шкода. Видите, как здесь все? Вот он, шкодный поезд. ЧСЗ-45. А вот стрела. Столько названий у поездов. Ребята, вам вопрос. В каком году закончилось паровозостроение? Напишите нам в комментариях. И обязательно поставьте лайки. Ребята, кто знает, что это за синий поезд? Напишите нам в комментариях, очень интересно.